как громко. Варено, да? Варено, да. Сейчас это хлопнуто. Протягов туда-сюда и начали плавиться. Такого я еще не видел. Кончилась солярка у нас. Обнаружь печь. Скоро масло 60. На гидравлику новое окошко стоит, установлено. Евроковрик, сиденье обшито или коврик. Ничего себе, как громко. Очень громко работает. Прямо испугался немножко. Так, давайте посмотрим по кабине, пока экскаватор немножко нагреется. Пока он шумит, как говорится, сильно. Смотрите, начнем с этой стороны кабины. Здесь варено, да? Саму весь каркас, да? Сам каркас. А заднее стекло, да? Визуально я вижу, что он немножко кривой. И здесь видим усиление, да? Видно, да? Здесь амортизатор. Еще вот снизу видим, да? Здесь восстанавливали, видно эту тканью, да? И эбоксидкой видно, да? Снизу. Здесь вот так лопнуто. Трещина такая. И она идет. Снаружи тоже видна. Попробуем открыть. Сверху фиксатора нету. Видно, да? Пошла. Крыло тоже. И вот сюда, да? Этот кусок. Такое ощущение, что что-то на кабину здесь упало. Удар такой. Задняя часть пострадала. Ладно, здесь тоже, видите, трещина такая. Да? То есть видно прям на улицу. Так, какие-то воздействия здесь были с кабиной. Рычаги у нас стоят плюс, не X, а плюс. Пыльники у нас начали плавиться от работы, да? Вот скорость работы рычагов туда-сюда и начали плавиться, да? Температура. Отсутствует дворник здесь, то есть сам моторчик, механизм дворника отсутствует, проводка есть. Видим, стекло новое заменено, здесь стекло новое заменено, тоже отсутствует. Здесь стекло новое заменено, видно, да, заклеено, новое заменено. Лобовое стекло новое заменено. Правое стекло, по-моему, еще
Нет, тоже заменено. Тоже заменено. Правое стекло тоже заменено. По-моему, вот это стекло не заменено, да? Вот. Да, что вот это стекло только не заменено, видно даже царапин на ней. Все остальные стекла заменены. Видим, что на потолок делалась химчистка. Он полностью чистый. Но есть какие-то здесь, даже не грязь, а здесь это ожог. Здесь тоже ожог. Здесь тоже ожог. Здесь у нас передняя дублирующая панель повреждена. Руль скрипит, скорее всего подшипники здесь сухие уже. Еще, когда кручу руль, что-то у нас отдает в пол. Такое ощущение, что откручен рулевой дозатор. Что-то ударяет у нас в пол. Да. Либо шланг какой-то, хотя шланг не должен. Скорее всего. Как будто откручен рулевой дозатор и болтается. Да, здесь тоже из-за скорости работы рычагов у нас расплавились пыльники. Не знаю, почему эти пыльники расплавляются вот так. Масло запас есть, не знаю какое. 15 на 40, да, когда видите, минералка заливается в двигатель. Мой клиент сказал, что двигатель делался капремонт, а если после капремонта люди заливают минералку, то значит плохо отремонтировали, да, то есть минералку заливал. Так, ну следы всякие, конечно, воздействие есть за столько лет. Сиденье у нас тоже немножко люфтит, ну, скорее всего, здесь у нас ткань заводская, уже все, обшили новое сиденье. Ручной газ стоит, ну, неправильно отрегулирован, он должен весь стоять, то есть этот механизм неправильно отрегулирован. Так, черепаха работает. Мигалка вроде работает. Это у нас дворник нарисован, но по факту не знаю, что за кнопка гидромолот. Я так понимаю, это свет рабочий, что ли. Вот, да, это свет, вот передний рабочий свет включается. Да. Включается передний рабочий свет, но у нас накладка не от этого. И задний рабочий свет. Здесь не знаю, смотрим. Надо будет проверить всю каретку. Просто сейчас я буду делать поворот стрелы вправо-влево, а вы просто посмотрите. Такого я еще не видел.
полностью рука согнулась. Только вмятина, а согнутая здесь полностью. Из-за этого, когда я сейчас попробую вот втянуть телескоп туда-сюда, из-за того, что она согнута, очень большой скрип, а то, что идет большое напряжение по направляющей, потому что он же тяжело ему туда зайти и выйти. Даже нагрузка на гидравлику отдает. Только согнут. Так, друзья, по задней стреле задний ковш у нас весь переваренный. Вот такие арматуры, да? Весь переваренный, уставший, согнутый. Посадочные разбиты. Люфты и разбит посадочный во всем механизме, ковшевом, гидроцилиндр, что гидроцилиндра ковшевого имеет повреждение, запотевание масла, палец фиксатора телескопа отсутствует, разбито крепление самого пальца, сама рука согнута, как вы видели, согнута, здесь вмятина, удар, не знаю, как это произошло, и сама рука вообще согнута, полностью рука. У меня камера, дальше, здесь. Видно, что этот палец выскакивает. И вот здесь он так может повредить тоже рукой. Дальше отсутствует один болт регулировки телескопа. Здесь трубка гидравлически переварена. Здесь у нас сама рука согнута. Вот здесь, да, видим такой палец. Видно, что он-то сырой, да, как отрезали. И здесь на самой вокруг шва сварочная микротрещина. Так, внутри у нас вот это железо. Ну и вот так у нас согнуто. Посадочная разбита здесь, здесь, здесь. Практически везде. И гидроцилиндр рукой подтекает. Возможно, из-за того, что рука гуляет вправо-влево, возможно, идет нагрузки на самих уплотнения. Здесь у нас посадочная разбита. Так, здесь у нас посадочная, здесь просто люфты, здесь посадочная. Подходит гидроцилиндр телескопа. Подходит гидроцилиндр поворота стрелы. Рукава. Здесь поворотик в плохом состоянии. Здесь тоже, видимо, из-за люфтов уже касается стрела с гидроцилиндра подъема стрелы. Как говорил в комментарии, что никто не заливает. Закончилось, да? Не заливает. Я ему говорю, слушай, говорю. Вот вчера у тебя не было солярка, сегодня хватит. А не знаю, говорит, да, я говорю, принеси, а хватит. Вот тебе хватит. Честно сказать. Закончилась солярка у нас. Я уже сомневаюсь его купить. Ну, когда меня нету, намного красивее все выглядит, да, правильно? Да. Согласен, что сколько видео не посмотреть, все равно, когда... Видео это не помогает. Не помогает. Да, человек, знающий человек другое, а то, что на видео, то, что научишься, это другое. Другое. Это в общем какие-то параметры. Можно научиться, да. Но не полностью. Процентов может 15. Если смотрим, как хирург делает операцию, да. После этого мы же не повторим ее. Да. С этим я согласен. Задний распределитель. У нас один фитинг здесь потекает. Рукав еще вот тут потекает. А я, скорее всего, передал, да? Так. Дальше видим. Задний мост мокрый, непонятно откуда течь. А это откуда? А вот он, шлак 15, не попробую. Сейчас я посмотрю, что там сверху. Да что там можно посмотреть. Так. И под кабиной все в масле, что-то потекает. А у него шланг-то нарвало. Шланг въебал, ночью уехал сюда, в этой базе нахуй, ебал, блядь, все масло нахуй выгнал.
подачу идет там, он ебал с насосом. Поэтому там все и мазут. У нас такая же хуйня. Так, передний распределитель весь в масле, все потекает. Обнаружить течь не представляется возможно. И насос гидравлический снизу когда-то он тоже потекает. Шильдик на задний мост отсутствует. Шильдик на коробку тоже отсутствует. Видите, остались только заклепки. И шильдик на передний мост. А, есть там, держится. На одной заклепке. Так. Здесь какая-то рука сверху потекает. Оттуда. Здесь сейчас посмотрим, что у нас потекает. Здесь не потекает. Здесь сухо. Смотрите, друзья, здесь установлен заборный рукав с бака на насос, да? И он установлен не оригинальный, да? Видите эти повороты все? Как? И представляете, он, когда начнет насос качать, он уже будет вот так сужаться, понимаете? Он может сужаться и не будет хватать потока гидравлического. Из-за этого может быть огромная проблема. То есть всегда вот этот рукав, он тоже имеет огромное значение. Он должен быть в оригинале со всеми поворотами. И внутри него должна быть еще спираль, чтобы он не смог сжаться. Это очень важно. Вот он двигатель на герметике. Но даже еще не потекает. Шная подкачка потекает. Заведется? Да.
немножко трясет. Интересно просто. Это на холостом так должно быть, да? Нет. Нет? Это двигатель или это... Двигатель. А ну-ка за ним. Это не... Ара не раб... А, работает. Смотрим. Так, блок двигателя 79-80 градусов. Температура масла 66 градусов. Сейчас заведем и посмотрим, как поднимается давление масла. Друзья, приветствую всех, меня зовут Владимир Горолюк. Хотел бы я вам сейчас написать список исправностей, и после этого хочу
с вами пообсуждать некоторые моменты, что касается в плане покупки, приобретения эскалатор-погрузчика на сегодняшний день. У нас на улице март, да, 23-й год. То, что продается, по каким ценам, ну, стоит ли это рассматривать, покупки и так далее. Давайте я просто хочу внести небольшую ясность в этот процесс. Так, эскаватор GCB-30X 2007 года выпуска. При повороте руля вправо-влево под кабиной слышен стук. Возможно, открутен рулевой дозатор, либо рукав касается кабины. Передняя дублирующая панель повреждена. Практически все стекла, кроме одной, на эскаваторе заменены. Не оригинал. Рычаги открывания и закрывания челюсти и подъема опускания передней стрелы стоят неравномерно. Сиденье имеет небольшой люфт. Накладки на кнопки правой панели стоят неправильно, то есть неправильно установлены. Ручной газ нужно отрегулировать, установлен неправильно, нештатно. На заднее стекло отсутствует дворник механизма дворника. Кабина, задняя часть имеет повреждения. Рычаги управления задней стрелой переделаны с X-образным управлением к переделаны на плюсообразное управление. Люфты в сочленении поворотной тумбы и каретки нужно поменять, втулки пальцы и регулировочные шайбы. Потекает поворотный цилиндр. Люфт в гидроцилиндре подъема стрелы нужно поменять, втулки пальцы и восстановить посадочное. В гидроцилиндре поворота стрелы разбито посадочное. В гидроцилиндр рукоять, штоковая и поршневая полость есть люфт разбито посадочное, нужно восстановить. В сочленении стрелы и рукоять согнуто, есть люфт разбито посадочное. Гидроцилиндр рукоять потекает, возможно, из-за того, что согнута рукоять, передает нагрузки на сам цилиндр. В сочленении рукоять со стрелой самых присутствует трещина. Ага. То есть в сочленении рукоять, где соединяется рукоять и стрела, на самой рукоять в проушинах присутствует трещина. Гидроцилиндр ковша мокрит, есть повреждение на штоке. На рукоять отсутствует фиксатор телескопа и сломан фиксатор пальца. Рукоять согнута, имеет вмятину. Весь механизм открывания и закрывания заднего ковша, есть люфты, разбито посадочные. Задний ковш очень сильно изношен, согнут. На гидроцилиндре подъема стрелы есть повреждение гидравлической трубки. Переварена трубка на задний ковш. Потекает задний распределитель. Рукавы с заднего распределителя к задней стреле изношены. Имеют трещины. Задний мост весь мокрый. Обнаружить причину не удается. Потекает, течет. Передний распределитель, потекает шестеренчатый насос в сторону заднего кардана. Забитый рукав с заборный рукав с бака на насос установлен неправильный, не оригинальный. Отсутствует штатный шильдик на мост и коробке передач. Передняя стрела имеет трещины. Две трещины. Передний ковш имеет следы сварки, переварен, изношен, согнут. Сочленение ковша и стрелы, втулки переварены в самом ковше и на стреле. Гидроцилиндр челюсти потекает, трубка гидравлическая согнута. Отсутствует стойка безопасности. Во всех сочленениях передней стрелы, опрокидывания ковша, механизм открывания и закрывания челюсти, присутствуют люфты и разбиты посадочные в каждом сочленении. Максимальное давление в гидравлике 230 бар. Норма 251. Дополнительная секция насоса не отключается. Работает до упора. 210 бар не отключается. Передние крылья отсутствуют. Радиатор охлаждения имеет следы ремонта сварки. Радиатор охлаждения коробки и гидравлики. Задние колеса, есть люфт в рулевых тягах. Кабина, правая сторона имеет повреждение. Имеется в виду крыша. Балансир переднего моста, есть люфт, разбито посадочное в раму.
На экскаваторе отсутствует система СРС Ray Control с завода. Передний ковш изношенная челюсть на передний ковш и согнуты заварены. Давление масла в двигателе 1,8 бар на холостых. Поднимается очень медленно. Задние подкрылки повреждены. Заднее левое крыло повреждено. По электрике присутствуют следы ремонта, износа изоленты. Не включается третья скорость. Таблица на раме установлена новая, не заводская. В принципе, друзья, это те неисправности и повреждения, которые я смог выявить на данный эскаватор погрузчики. Это время диагностики. То есть вы видите, как правило, у меня видео на канале там 30-40 минут. Чтобы выявлять все эти неисправности, друзья, нужно около 3-4 часов по времени. Бывает даже чуть больше 4 часа. Зависимо, какие там есть следы ремонта и так далее. Иногда нужно почистить каретку, продуть ее, чтобы найти какую-то трещину, микротрещину. И это все занимает очень много времени. Это с учетом, что давление в коробке не мерю всегда. Мерю именно, когда есть какие-то претензии к коробке, именно к самой работе коробки. Когда нет никаких претензий к самой работе коробки, автоматически давление в коробке в норме. Потому что если давление не в норме, автоматически у вас коробка будет работать с неисправностями, с ошибками и так далее. Хочу вам объяснить немножко тем людям, которые не понимают, что такое померить давление в коробке. Это практически то же самое, что замерить давление, компрессию двигателя. Не давление, а именно компрессию. То есть у разных коробки есть разный регламент замера давления в коробке. Разный регламент. Dana Spicer, Carrara, там, JCB, Caterpillar, там, John Deere, там, Carrara TLB1, TLB2, там эти коробки все разные, эскаватор погрузчик, разные коробки и так далее. У всех литература разная, диагностика у всех по-разному делается. Например, берем Dana Spicer, который устанавливается там на... Даже на Terex устанавливается, на Case, New Holland и так далее. Там 9 портов замера давления. Коробку нужно нагреть до рабочей температуры. И каждый раз, то есть порт реверса вперед-назад, первая, вторая скорость, третья, четвертая, гидротрансформатор, там, основное давление в коробке. Там 9 портов для замера давления. Понимаете, что такое замерить давление в коробке? Вы думаете, в одно место подключились? Это что, как двигатель, что ли? Подключились в одно место, и вы смотрите, какое давление в коробке? Давление в коробке замерить, там нужно практически около 2 часов по времени. Просто замерить нормально давление в коробке. В каждый порт все это вписать, на каких оборотах, какое давление и так далее. Следующий вопрос. Зачем вам это давление? Вот зачем вам эти показатели? Что вы с ними будете делать? Кому вы их будете показывать? Если я вам дам эти параметры по замеру давления в коробке, вот что, чем они вам помогут? У вас нет литературы, вы же не знаете, 17 бар давления в коробке это норма, хорошо, либо нехорошо там. Это нормально для такого года эскаватора, это давление с этим износом, либо нет и так далее. Тут нюансов миллион, да. И хочу сказать, что давление вам ничего не даст. Нужно проверять работоспособность коробки. В каждой литературе каждого производителя коробок есть определенное количество действия, которые позволяет проверить работоспособность коробки без того, чтобы замерить давление. Дилеры, люди, которые занимаются ремонтом коробки, именно эти манипуляции знают, как нужно, что, какие манипуляции. Например, Dana Spicer можно выявить, можно включить определенное количество манипуляций, и она сделает диагностику сама себе, продиагностируют и тебе показывают, какие ошибки есть у коробки, без того, чтобы ты вообще где-то подключился.
любую коробку практически можно проверить без того, чтобы замерить давление. Я вам отвечаю на тот вопрос, почему Владимир замерил давление в коробке. Вот отвечаю. Давление в коробке — это очень долго по времени. Если даже замерю, что вам это даст? И не каждый продавец не готов предоставить свой экскаватор там около 6 часов для диагностики. То есть около 3 часов у меня занимает основное время по всем параметрам. Все тут часа 2 только саму коробку, представляете? 5 часов это у нас по времени. То есть 3 часа люди не готовы, 4 часа, когда слышат, неужели вам нужно 3-4 часа? Да, чтобы выявить все неисправности, все посмотреть все слабые места. На любой марке модели есть определенные слабые места, да? Их нужно вытереть, они все грязные, нужно почистить, чтобы посмотреть именно эти узлы. Они целые или есть трещина какая-то и так далее, или воздействие какое-то было и так далее. Поэтому, да, нужно, на это идет очень много времени. И в день сделать диагностику можно только одной единицы. Ни две, ни три и так далее. Еще хочу вам сказать, что если какой-то специалист в каком-то регионе занимается, например, диагностикой, и он делает там диагностику за полчаса, за час, я вам с уверенностью на 100% говорю, что на той технике не было проверено все. Визуально там пробежать — это не то. Потом человек покупает технику и говорит, а у меня вот здесь, вот это почему не сказали, а вот здесь не сказали, да. Нужно досконально проверить любой узел, болт, гайку на этом экскаваторе. Каждый палец стоит огромных денег на сегодняшний день. Нужно проверить все, чтобы проинформировать своего клиента на 100%, в каком состоянии эта техника находится при моменте диагностики. Это одна часть всего, что я хотел вам сказать, друзья. Вот смотрите, этот экскаватор GCB-30X 2007 года продавался на момент диагностики за 4 миллиона рублей. 4, мать его, миллиона рублей. Я не знаю, как у вас, но на сегодняшний день заработать 1 000 000 рублей надо здоровье отдать. Вот просто реально здоровье надо дать. Я не знаю, может, у вас получается полегче, но я не знаю, 1 000 000 рублей просто надо, грубо говоря, здоровье отдать. Вот вообще нет, ну просто никак нет никакой возможности что-то заработать. Но ты берешь и отдаешь 4 миллиона рублей, а знаете за что? Просто за кусок железа с документами. Вот реально. Я не хочу обидеть владельца этого экскаватора. Да. Никакое отношение не имеет владелец этого экскаватора к нашему сейчас с вами разговору. Я говорю, в общем, на рынке что творится. 4 миллиона рублей вы отдаете за экскаватор, кусок железа с документами. Вот смотрите, на этом экскаваторе, который я сейчас вам рассказываю, нужно сделать... Его нужно восстановить, его нужно, знаете, его нужно разобрать полностью, по частям, по болтам, полностью до рамы. И заново собрать, потому что он свой ресурс, он его полностью исчерпан. Вот ресурс этого экскаватора исчерпан полностью, на 100%. Финиш, все. Все, он приехал, этот экскаватор. И не только этот, в основном, что все, что продается, вот, особенно GCB, там, за... 3,5, 3 миллиона, 4 миллиона. Все. И ресурс этого экскаватора исчерпан. Вот смотрите, задний ковш практически восстановлению не подлежит. Все посадочные разбиты. Телескоп согнут. Замена. Рукоять согнута в сочленении с стрелой. Согнута. Ну, практически замена, да? Вот она болтается, изношена, разбита посадочная. Ковшевой гироцилиндр. Повреждение на штоке потекает. Дальше идем. Гироцилиндр рукоять разбирался неоднократно, перебирался, и он течет. Возможно, что шток там тоже может быть немножко согнут, либо и от рукоять передается боковая нагрузка, и он течет. Но цилиндр тоже, он течет по факту. Дальше. Посадочные все на задней стреле разбиты. Все посадочные на задней стреле забиты. Поворотные гидроцилиндры потекают, задний распылитель потекает, передний распылитель потекает, насос потекает, в районе заднего моста потекает, в районе коробки потекает, двигатель прокапитален, видели канистра,
масло 15 в V30. Это минералка, друзья. Если это двигатель после капремонта, залита в нем минералка, и у него там на видео видно, что-то я второй раз мерю давление, а в первый раз за минуту стрелка не поднялась даже 1 бара за минуту, да? Это после 2-3 часов, когда я его там нагреваю, меряю все люфты, там смотрю, да? То есть, и слышите, как он жестко работает, как он шумный, как он жестко и вибрирует у него. На видео не особо заметно, но он вибрирует, этот двигатель не работает ровно. Я уверен, что он капитальный ремонт сделал неправильно. Я сделал, что он капитальный ремонт сделал, не были заменены все детали, которые не были необходимости. То есть я уверен, что его нужно, скорее всего, какие-то манипуляции с ним делать. Не знаю, нужно его прокапиталить заново или нет, но есть вопросы к этому двигателю. Есть. Коробки третьего передачи не переключаются. Там по мостам, скорее всего, точно есть вопросы. Передний ковш практически замена. Передняя стрела имеет трещины там с двух сторон. Кабина повреждена. Крыша повреждена. Стекла все заменены. С гидравликой есть проблемы. Вот скажите мне, на этот гидроцилиндр подъема передней стрелы тоже потекает. Вот не записал. Гидроцилиндр подъема передней стрелы тоже потекает. Радиатор имеет следы ремонта. Передний мост разбита посадочная в раму. Система СРС-ный контроль отсутствует с завода. Резины нету на нем. Нет резины, все, резину нету, надо поменять. Вот смотрите, представляете, что я вам сейчас говорю? Вот в этом экскаваторе сломано все. И не только в этом. В основном, что я смотрю за 3 миллиона, 4 миллиона, ну вот просто они выжаты как лимон. Вот если взять лимон такой, выжать полностью его, практически до сухого состояния, и взять от лимона и спросить меня: Владимир, с него можно стакан сока еще наполнить? Я смотрю на этот лимон и говорю, я не знаю, насколько сильно еще можно обжать его, но мне кажется, уже он выжатый. Вот именно эти экскаваторы, они уже, друзья, выжатые. Я что хочу сказать, представляете, вот такой выжатый экскаватор полностью, он стоит 4 миллиона. Я не говорю про этот экземпляр, потому что люди как бы ориентируются по рыночным ценам. Ну куда мы катимся? Такой выжатый просто кусок металла, который все детали на нем, что есть, с повреждениями, нуждается в восстановлении, да? Каждый болт к нему восстановлению нуждается. Он стоит 4 миллиона. Там его полностью нужно восстанавливать. Просто это прямо не... Ну, я не знаю. Конечно, можно определенное количество граждан нашей страны возьмет еще и работать будет дальше на нем. Ну, это каждый день, это как, знаете, лотерея. Выезжаешь утром с территории и не знаешь, доедешь ты до работы, чтобы не сломался, или поработаешь ты сегодня, чтобы не было поломки, и вернешься ты сегодня обратно, чтобы ты не сломался. Вот это такая лотерея. То есть, если подготовить технику к работе, его реально нужно по болтикам раскидать и собрать заново. И сколько в нем вложить. Вот это как покупаешь, как, знаете, когда скучно жить, покупаешь тебе такой экскаватор, и как бы все нормально, ты дома не появляешься, потому что ты с утра до вечера с этим экскаватором занят, да, то есть, ну, я не знаю, друзья, вот тем людям, которые спрашивают меня: Владимир, можно ли живой экскаватор найти за 3 миллиона, добывать, за 2, да, спрашивают, за 2,5, за 2,7 можно найти живой экскаватор? Друзья, да, наверное, можно найти, я не говорю, что нельзя. Наверное, можно, если продавец вообще закрыл себе глаза и в обед не смотрит и продает свой хороший экскаватор за 27 миллионов, наверное, такой можно найти. Но это, наверное, больше чудеса, чем реальность. Вот за 3 миллиона там найти живой экскаватор. Потому что за 7 миллионов, тут смотришь, за 7 миллионов и там, почитая все по всем пунктам, с ценами на сегодняшних запчастей, там по 1,5 миллиона вложений, друзья. За 7 миллионов экскаватор по 1,5 миллиона. Сколько нужно восстановить, нужно денег в этот экскаватор? Я думаю, что в этот экскаватор нужно 1,3-1,4 миллиона, я не знаю. Вот просто прокапитали двигатель, коробку, мосты точно там, скорее всего, там и износ никуда не уходит за это время. Ну, извините, уже почти 20 лет, сколько, 2005-го, сейчас практически 25-й год, практически 20 лет этому экскаватору. От износа никуда не уйти. Масла, как вы знаете, друзья,
мои коллеги, владельцы спецтехники, не каждый день меняете. Тут даже вот владелец, который вот из кого-то продал, говорит, мы два года назад поменяли в гидравлике масло. Он так и сказал. Ну, говорит, а потом еще шланг порвался, мы долили. И тут вокруг да около все так делают. В основном люди, которые заняты ну, услугами аренды спецтехники, там никто особо не углубляется в правильном ТО техники, да, в обслуживании и так далее. Поэтому износ присутствует прямо так, как больше, чем нужно, да. Поэтому я говорю, реально нужно раскидать его полностью и собрать. И собрать его с каких деталей? С аналогов, с турецких, доработанных и так далее. И, естественно, с этих всех деталей, которые его соберешь, он уже не будет столько, он не будет еще 20 лет ходить, потому что те запчасти, которые мы установлены на нем, они не будут соответствовать параметрам заводских запчастей. Как на любой машине, едешь с оригинальной деталью, там, запчастями, там, по 200-300 тысяч, поменял, и через 20-30 тысяч она уже износилась, да, опять ее надо менять. Ну, в общем, в мире спецтехники и автостроения, то есть на сегодняшний день все делается так, чтобы чаще покупать запчасти. Поэтому, если ты поменял заводскую, то уже будешь так и менять. В принципе, друзья, что хотел сказать, я вам сказал. Я не понимаю, что происходит с миром спецтехники. Я вот честно говорю, свой Volvo продал за 4 миллиона. Ну, вот поставить этот мой Volvo и этот GCB, ну просто вот, я не знаю, как это объяснить. Вот реально, вот не знаю, как можно этот GCB, вот реально, как может этот кусок железа стоить 4 миллиона? Вот я не знаю, может, у вас деньги полегче зарабатываются, но я вот, там по 10 тысяч валяюсь в грязи, вот там каждый день там, и когда заработаешь, вот заработать 4 миллиона и покупать вот это, вот этот кусок железа за 4 миллиона купить, я не знаю, может этот, вы не цените свое время, свои деньги, но, ну, вот честно, я вот, как бы, свои кровные заработанные деньги, честные деньги, никогда бы не мог себе позволить вот в такое вложить. Да я лучше куплю, я не знаю, два не Honda куплю, соберу их, два, не знаю, там, Fiat Кобелка куплю, там, 2000-х, так, я не знаю, там, разобранный какой-то за 1.5 миллиона, вложу там в него еще, там, 1.5, ну, зато в финале, там, плюс моей работы, у меня будет за 4 миллиона экскаватор, который я в нем уверен и так далее. Я не знаю, друзья, вот, вы, конечно, выбираете сами, но, вот, мое мнение как профессионала, который каждый день этот купается в этих экскаваторах, нюхает каждый день вот эти масла и пробует на вкус, как там снизу грязь, чем пахнет и так далее. Я вам скажу, что я бы не советовал вам именно вот такие экземпляры рассматривать в покупке, если вы сами не занимаетесь ремонтом. То есть вы должны быть готовы, что вы купите этот экскаватор, миллион вы его отремонтируете, потом только через год, миллион, год вы его отремонтируете, и только через год вы выйдете на работу, да, выйти в строй. Потому что иначе этот экскаватор и такие, как этот, не дадут вам возможность заработать, друзья. Они вам не позволят заработать. На них уже заработали все, вы несколько поколениях на них уже заработали, да, и вы точно уже не сможете заработать. Вот это вот точно я вам прогарантирую, что заработать на нем уже не получится. Поэтому много подумайтесь, даже я вам советую посоветоваться со своей женой, потому что вы, мужики, у вас глаза горят, берете честные заработанные деньги из дома, и вот идете и отдаете за вот этот такой кусок железа, потом возвращаетесь с ним домой, и жена вас дома не видит, вы, потому что вот только этот
пятки у вас этот из-под экскаватора торчат, вы с утра до вечера черный там его ковыряете, да? Вот вы радость в семье привезли, вот, а еще умудряетесь там по 2 миллиона в кредит берете, и вот такой гроб покупаете себе, гроб, потому что, почему я называю гроб, потому что гроб в вашей семье, это вы себе покупаете гроб за 4 миллиона, вы там свое все здоровье оставите, все свое время оставите, у вас времени не будет, чтобы постоянно будете в нем вкладывать, лишней копейки не будет, вы купите вот такое себе занятие. Я думаю, что ни одна жена не будет очень рада, вот когда вы будете там с утра до вечера и каждый день там целиком и мысленно, и морально, и физически утоплены в этом кусок железа. Поэтому посоветуйте со своей женой, нужно ли это в вашей семье. Потому что вот мужики частично у вас этот... Да я знаю, вы принимаете решение, потом страдает из-за вас вся семья. Почему я говорю? Да потому что неоднократно мне и супруги некоторых наших коллег звонили и говорит: Владимир, вот так и так, вот мой, там, вот купил такой экскаватор, что нам делать, он там уже этот, сутками его не вижу, там уже этот, как будто этот, потеряла мужа он с этими железками с утра до вечера. Поэтому посоветуйтесь, подумайте, потому что это решение не только ваше, а решение вашей семьи. То есть не только вы будете страдать, потому что когда ты делаешь какое-то решение и страдаешь только ты, это одно, а когда за твоих решения страдает вся семья, у каждого из нас есть семья, и мы должны делать такое решение, чтобы наши близкие стало из-за вас, и тогда будет все хорошо. В принципе, друзья, вот такой диалог у нас с вами получился. Надеюсь, диалог, то есть мы друг друга поняли. Ход моих мыслей услышали, что за такие деньги покупать технику на сегодняшний день, 23-й год, март месяц, это не рентабельно, друзья. Эта техника не... Если вы покупаете технику для того, чтобы заработать на ней, нет, эта техника не позволит вам на ней работать, зарабатывать. Эта техника нуждается в ремонте, восстановлении. И после огромных затрат финансовых и по времени, может быть, если вы это сделаете качественно, или кто-то вам это сделал качественно, может быть, эта техника выйдет опять в строй. Ну, за 2-3 миллиона, особенно GCB, хоть какой, практически нечего рассматривать. Они все выжатые, как лимон. В принципе, друзья, с вами был я, Владимир Королюк. Андрей, надеюсь, вам понравились мои мысли. Если да, подпишитесь, поставьте лайк, мне будет очень приятно. В принципе, это единственное на сегодняшний день, чем вы сможете... не отблагодарить за мою работу, потому что вы, как вы знаете, никакой монетизации с YouTube нет. Это все, что вы видите, что я снимаю, это я все делаю от чистого сердца. И как мы все знаем, практически уже год я это делаю бесплатно. И те, которые снимают, все люди, которые снимают на пространство YouTube, нет никакой монетизации, и все эти люди делают эти видео, потому что это их хобби и так далее. Друзья, пока не буду вас затягивать своими дурными мыслями, но всегда принимайте правильное решение, посоветуйтесь с своей семьей. Пока, всем добра.